В Тюменском театре кукол готовят две премьеры. Первая – космическая история «Приключения звездного цирколета». Ей и откроют новогоднюю кампанию. Пусть сложным брюк я спалю, но дома нас так ждут. И вместе мы запустим звездный цирколет. Сюжетность простая. Это тарелка с космическими циркачами. Терпит вынужденную посадку, скажем, здесь на Земле. Они разрядили свою батарею. Для того, чтобы ее зарядить, нужно показать представление, потому что заряд получают от детского смеха, от аплодисментов и от вот такой доброй человеческой энергии. И я надеюсь, что наши юные и взрослые зрители помогут нашим артистам из космоса вернуться домой. Приемов здесь много, вплоть до того, что у нас есть даже по-настоящему невидимый персонаж. То есть он есть, но его нет. И наша задача сейчас сделать так, чтобы и зрители его ощутили, присутствие этого персонажа. А так здесь очень много приемов. Здесь и есть большие куклы, и теневые куклы. И у нас будет канатоходка, которая сама пройдет на высоте более 3 метров. Это тоже наша такая пока гордость. Вот, надеюсь, что она будет ходить и не падать, потому что она фарфоровая, на секундочку. Ну и, конечно, да, много такого живого плана, потому что, ну, сейчас уже современные тенденции, мы к ним приходим. Это костюмы, во-первых, цирк – это же всегда красиво, цирк – это всегда настроение. А представьте, что будет, если совместить цирк и театр кукол, и космос – это же вообще, по-моему, безграничная фантазия. Премьера «Приключения звездного цирколета» состоится 15 декабря. Еще одна новинка – спектакль «Как оживают игрушки». Это история об оживших новогодних игрушках. Балерина Уланова поссорится с валенком. Пограничник сразится со Змеем Горынычем, а Гагарин на далекой планете разгадает тайну загадочного зверя Крока Антилцапа. Ну, вроде я правильно выговорила. И все это под живое сопровождение эстрадно-джазового ансамбля «Мелодия». Обратите внимание, что этот спектакль будут играть в органном зале Тюменской филармонии. На время новогодней кампании он станет еще одной сценой Тюменского театра кукол. Так что смотрите внимательно, куда покупаете билеты. Кроме премьер, зрители увидят также и всеми любимые спектакли: «Битву магов», «12 месяцев», «Снежную королеву», «Снеговика-почтовика», «Умку» и многие другие.